В Атырауской области начинаются выплаты компенсации владельцам скота, погибшего от нодулярного дерматита. Всего от болезни пало 1119 голов КРС. Фермеры уже готовят документы на получение выплат. На эти цели выделено 176 миллионов тенге. Подробнее об этом расскажет Талгат Утигулов. Нодулярный дерматит у крупного рогатого скота в Казахстане зафиксирован впервые. Вспышка инфекции произошла в начале лета в приграничном с Российской Федерацией Курмангазинском районе. После случая заболевания скота стали фиксировать и в других районах области. Тогда в экстренном порядке был объявлен карантин. В нашем районе от болезни пало 40 голов крупнорогатого скота. Все хозяева уже подготовили необходимые документы для получения компенсации. Уверен, она поможет восполнить им все убытки. Гульнар Баймуканова потеряла сразу две коровы. Для ее семьи они были основным источником заработка и пропитания. На полученную компенсацию женщина планирует приобрести новый скот. Все необходимые документы собрали. Нам уже сказали сумму компенсации. Это огромная помощь для всех сельчан, потерявших скот. В Акимате области заверили, компенсацию получат все владельцы павшего скота. Сумма зависит от возраста животного и его рыночной стоимости. Первые выплаты начнутся уже в декабре. Талгат Утигулов, Амантай Матенов, Атырауская область, Хабар 24.